Концертный зал фестивальный. На самой летней площадке города Сочинский госуниверситет дал старт новому учебному году. Открыл День знаний торжественный парад факультетов. Зажигаем молодость на высокой скорости. В этом году в свою большую семью СГУ уже принял 1500 студентов. Продолжается набор на заочную форму. За парты в новом году сядут абитуриенты со всей страны. 5% – иностранцы. Сегодня СГУ выбирают студенты из Азии, Европы, Америки и даже Африки. За дипломом о высшем образовании приходят и те, кто окончил университетский экономико-технологический колледж. Я учился в нашем колледже, вот только его закончил, и считаю, что непрерывность образования – это залог хорошего будущего. Я проявляю активность в нашем студенческом самоуправлении, мне нравятся наши преподаватели, наша база. Сочинский госуниверситет – опорный вуз Краснодарского края. Здесь используют самые современные программы обучения. Мы внедряем технологии дуального обучения и создаем очень серьезную партнерскую сеть среди отелей, которые берут на себя функции практического обучения. Студенты одну час времени обучаются в университете 2-3 недели, а потом на 1-2 недели уходят и закрепляют свои навыки на практиках. Постепенно на такую систему перейдут все факультеты. Сегодня ее практикуют на факультете туризма и сервиса. Работает она и на программе двойных дипломов СГУ и французского бизнес-института в отель по гостиничному делу. Ее студенты стажируются в лучших отелях, в том числе за рубежом, и по окончании получают сразу 2 диплома о высшем образовании. Я очень хотела поступить на в отель, потому что мне вот прям нравится путешествовать, нравится помогать людям. Вот мне хочется, чтобы люди жили комфортно в отелях. А в СГУ тут такие позитивные люди, такая хорошая команда. Просто очень нравится. Сегодня у студентов праздник, а уже завтра они сядут за парты. Кстати, новый учебный год особенный для всех учеников и преподавателей. В ноябре СГУ отметит 30-летний юбилей. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.